Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава 4 книги царей Свой перевод читаю для библейского портала экзегет Близится к завершению книги царей Осталось всего несколько глав И у нас были главы про царя Хискию В прошлой главе в 20 рассказано о его смерти и было такое ощущение возрождения, да? То есть царь Хискея верен Богу, он уничтожает языческие культы, Он, когда осаждают ассирийцы, Иерусалим молится к Господу, Господь его слышит, слышит даже, когда Хискей просит себя дополнительных лет жизни и дает Ему эти года. Казалось бы, вот снова у нас в Иерусалиме царь, который с Господом вместе, который на его стороне, которому Господь благоволит и дает ему возможность править этим народом, этой страной дальше. Но это не совсем возрождение, это не так уж и надолго. 21 глава. Минаше, сын и наследник Хиски, воцарился в возрасте 12 лет, еще совсем мальчишка. Он правил в Иерусалиме 55 лет, очень долгий срок, и вот это уже период полного упадка, да, после кратковременного возрождения при Хиски, все покатилось опять под откос. Им и его матери было хевцевах, его поступки были злом в очах Господа, он творил те же мерзости, что и народы, изгнанные Господом ради сынов Израилевых. Он заново отстроил святилище на высотах, разрушенные его отцом Хиски, сородил жертвенник Ваалу и поставил идольский стол, поступал, как и царь израильский Ахав. Но Ахав — это э, такой образец нечести, обычно вспоминается Яровам, который был первым, кто отделил Северное Царство от Южного и стал устраивать языческие культы, но Ахав – это вот кульминация язычества в Северном Царстве. И Менаше пошел не по пути отца, он полностью восстановил все, что тот уничтожил. Язычество было еще неискоренимо. Потребуются радикальные меры, чтобы его искоренить из Израиля, об этом тоже прочитаем. «Он поклонялся всему воинству небесному и служил им». Даже в храме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме, я воздвигну свое имя, и там он поставил жертвенники. Эти жертвенники, посвященные всему воинству небесному, он поставил в обоих дворах Господнего храма. Очевидно, идет речь про поклонение разного рода ангельским силам, которые воспринимаются здесь как самостоятельное нечто, да, воинство небесное. Ну, лучше же со всеми договориться, чего -то я только с одним Господом буду, думал, видимо, Минаше, я всех почту» собственного сына он провел через огонь. Мы не знаем, что именно имеется в виду. Возможно, некоторое жертвоприношение, а возможно всего лишь обряд. Ну, не хочется думать, что он собственного сына сжег в качестве жертвы. Может быть, просто провел через огонь. Это языческий обряд там, я не знаю, очищения, предания сил ребенку, которого вот ведутся там между, скажем, пылающих костров. Мы не знаем, но то, что это языческий обряд, совершенно точно. Занимался гаданиями и волшебствами, вызыванием мертвых и заклинанием духов, творя зло в Господа и гневя его. Еще он поставил изготовленное им изображение Астарты, языческой богини, в том самом храме, о котором Господь говорил Давиду и сыну его Соломону. «В этом храме и в Иерусалиме, избранном мной среди всех племен Израилевых, воздвигну я имя мое навеки. Не заставлю я впредь израильтян покидать ту страну, которую даровал их правоцам, если только старательно будут соблюдать все, что я заповедал им, все, что заповедано им в законе слуги моего Моисея». Не послушались они, совратил их минаше и стали они поступать хуже тех народов, которые уничтожил Господь ради сынов Израилевых. Но вот вечная история. Патриотизм это гордость собственным народом, да? или патриотизм это желание, чтобы этот народ был достоин своего призвания. Вот Минаше, наверное, патриот. Он хочет, чтобы Израиль жил хорошо. Он хочет, чтобы все небесные силы ему в этом помогали. И начинает им поклоняться. Но тем самым Минаше портит свой народ. Тем самым он его лишает вот того самого образа Божьего народа, с которым он создан. И, значит, его ждет катастрофа. Так говорил Господь через слух своих пророков. За все, что творил царь иудейскими на за совершенные мерзости, хуже, чем прежде бывало у Амареев, и что идолами своими он вел в грех Иудею. За это говорит Господь Бог Израиль: Я наведу на Иерусалим и Иудею такую беду, что в обоих ушах зазвенит у того, кто они услышит. Иерусалим, я отплачу наравне с Самарией, той же мерой, что и дому Ахава. Самария столица как раз Северного царства, где этот самый Ахав царствовал, он уже давно умер, а столица его разрушена ассирийцами. От ассирийцев израильтяне отбились, сохранили Иерусалим, но ассирийцы – это не последняя мировая империя. Сатру и Иерусалим, как стирают грязь с чаши, сотрут и перевернут вверх дном. Ну, представим себе чашу, в которой там какие-нибудь были, даже не вино или вода, их относительно легко ополоснуть, а какие-то, я не знаю, там, сливки кислые, да, то есть что-то такое, вот, оставляющие следы, вот это тщательно вытирают и переворачивают. С Иерусалимом будет то же самое, его перевернут но одновременно это очищение. Да? Вот если это грязная чаша, ее надо же помыть, ее надо как-то привести в чистый вид. И с Иерусалимом та же история. «Я отвергну, что осталось от наследия моего, придам их в руки врагов на грабеж и разбой, за то, что творили они зло в очах моих, и гневили меня со дня, когда вышли правоцы их из Египта, и по сей день». Ну вот, тоже все понятно, да, если вы не соблюдаете заповеди и отпадаете от того образа, для которого вы созданы, то вас вообще не будет. К тому же пролил Минаше столько невинной крови, что от края до края залил Иерусалим. Мало было ему тех грехов, которые он вел Иудею, творя злого чага Господа. Прочие о делах Минаше, которые он совершил, о грехах, которыми согрешал, записано в летописном свитке царей иудейских. Миноше приложился к правоцам и был похоронен дворцом саду, в саду Узы. После него царился его сын Амон. Смотрите, царствовал 55 лет, полвека это люди рождались при нем успевали состариться пока он еще был царем да и так кратко описано все что он делал потому что оставляет человека о себе память не количеством прожитых лет а дурными или добрыми делами и вот фактически единственное что об этом самом царе говорится что он был язычником и больше ничем не прославился Амнон, сын Минашева, царился в возрасте 22 лет. Он правил в Иерусалиме два года. Имя его матери было Мешулемет, дочь Харуса из Йотвы. Поступки его были злом, в отча Господа, как и поступки его отца Минаше. Ну, все покатилось под откос, уже не выправиться. Он следовал по тому же пути, что его отец, служа тем же идолом, что и отец, поклоняясь им. Он оставил Господу, Бога своих правцев, и не шел по, -по, -по Господнему пути. Конец у него был довольно печальный. Я напомню, что Северное царство, Израильское, там постоянно происходили какие-то заговоры, перевороты, убийства царей. Но если пошли по пути язычников Северного царства, то и в этом отношении все будет очень похоже. Слуги ОМОНа составили заговор, убили царя в его собственном дворце. Но простой народ перебил всех, кто был в заговоре против Амона, и вместо него сделал царем его сына Йошию. Прочие дела Хамона, которые он совершил, записаны в летописном свитке царей иудейских. Его похоронили в собственной гробнице в саду Узы, а вместо него высадился его сын Йошия. Здесь будет еще одна попытка возрождения и возврата к единобожию, но не сразу, и будет все-таки она тоже не окончательная, об этом мы еще прочитаем в следующих главах.